Пару лет назад в поселке Дубки Ливенского района образовался военно-исторический клуб «Автобат». В названии скрыта суть. Клуб занят восстановлением военных машин, плюс участием в реконструкциях событий Великой Отечественной и в победных праздниках. А недавно автобатовцам пришлось сняться в кино. Это съемки сериала «Крепкая броня». Он посвящен танковому сражению на Курской дуге в 1943 году. Но «Крепкая броня» — это не только про танки. Название сериала характеризует волю и несгибаемость советских солдат. Их и играют ливенские реконструкторы. Говорят, этот военный сериал еще и о любви, и об этапах становления личности. То есть кино полно психологизма. На съемки автобатовцев пригласили единомышленники-реконструкторы из Калуги. Так десяток ливенцев отправился в Киров, что в Калужской области. Потом они переехали в Ступинский район Московской области. Всего съемки с участием красноармейцев из Ливен заняли трое суток. Об их впечатлениях и о том, как эта война по-киношному, мы расскажем в следующих выпусках главных новостей.